Машка, познавашка. Смотрите, ребята, по дороге едут рабочие машины. Здесь есть и грузовик, и бетономешалка, и тягач, и даже автокран. Интересно, куда же они направляются? Эти машинки едут к нам, и сейчас мы будем их перекрашивать. Перекрашивать? Это же так интересно! С кого начнем? Первым подъезжает самосвал. Он очень большой и сильный. Да, самосвал очень большой грузовик. Одно его колесо может быть больше легкового автомобиля. Давайте перекрасим его кабину в нежно-фиолетовый цвет. А кузов в пурпурный. У тебя хорошо получается, умняшка. И теперь наш самосвал стал еще красивее. Вторая машинка – автобетоносмеситель, которая едет за бетоном. Она очень спешит, и сейчас мы быстренько раскрасим ее в оранжевый цвет. Теперь в ее кузов зальют бетон, и она отвезет его на стройку. А это грузовик. Его кузов мы раскрасим в голубой цвет, ну прям как небо. Кабину в желтый, как солнышко. Все, грузовик, теперь ты очень красивый и можешь ехать за своим грузом. Но грузы бери только чистые, чтобы не испачкаться. А вот еще один грузовик, но у этого кузов закрытый. И сейчас мы раскрасим его в ярко-малиновый цвет. В таком закрытом кузове можно перевозить любые грузы в самую разную погоду. Ну да, они же полностью защищенные и никакой ни снег, ни дождь им не страшен. А вот и новый вид кузова. У него и окна есть. Интересно, зачем они грузовику? Грузовики с таким кузовом созданы для перевозки людей. А-а-а, теперь все понятно. Так, покрасим его кабину в темно-красный цвет. И кузов такой нежно-нежно-мятный цвет. Очень красивый грузовик у нас получается. Ну все, можешь ехать. Ух ты, это же автокран! Автомобильный кран – это такой грузовик, на кузове которого установлен самый настоящий подъемный кран. Но он мне и таким нравится! Можно мы не будем его перекрашивать? Пусть едет так! Автомобильные краны очень помогают людям. Они мобильные и могут подъехать к чему угодно. Молодец, умняшка! А ты разбираешься в машинках? Но я ведь очень-очень люблю машинки, поэтому и знаю о них много всего интересного. Тогда скажи нам, что это за машина? Ну, вспомнила! Это же тягач! А
а перекрасим мы его в фиолетовый цвет. Все верно, умняшка. Тягачи очень сильные. К нему могут прикрепляться прицепы с разными грузами, и он перевозит их куда угодно. А это у нас автобус. Тебя мы сделаем оранжевым. Сегодня у него очень важная работа. Ему нужно перевезти эти легковые автомобили в город. Езжай, автовоз! Только очень осторожно! Смотри, не повреди машинки! Какую интересную работу мы проделали сегодня! И цвета повторили, и о машинках узнали много всего интересного. А главное, мы сделали эти машинки еще красивее! И теперь они с удовольствием делают свою работу! Подписывайся на канал. Скачать это приложение можно с Google Play или App Store.